Увеличатся поставки сельди и лососевых видов рыб в Россию с Фарерских островов и Чили. Это на переговорах обсуждали руководитель Росрыболовства с соответствующими должностными лицами. Развивать поставки рыбы из Чили и Фарер необходимо после запрета на ввоз рыбы из стран, применивших к России санкции. Речь идет о США, Евросоюзе, Норвегии, Канаде и Австралии. В прошлом году общий объем поставок рыбной продукции с Фарерских островов составил чуть более 66 тысяч тонн, из Чили более 62. Участники переговоров выразили заинтересованность в налаживании долгосрочного сотрудничества между странами.